Райнан. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. С вами бородатые мужики играют. Здоровенький бородач. Сейчас, погоди, сейчас. И мы продолжаем страдать хуйней в хардворде. Йоу, бич. Да. Супермен вернулся, блин. Она гасит, что-то уже горячо. Засунься это в дырку. Так, позакрываю. Мы продолжаем, значит, жить в нашей халупе, ее даже не зарейдили. Офигеть просто. Кстати, я сейчас крафтил блатные пушки. Смотрите, блатное копье, блатной лук у меня красный и красная кирка. Кстати, кто-то там писал: ёжик, скрафти себе красную кирку, ёжик. Нате вам красную кирку. Кстати, там, я читаю, кстати, комменты, а то многие интересуются. Читаю ли я комменты, да, я их читаю. И которые мне нравятся, я на них ставлю лайки. Через текстуры тебя видел только что. Да ладно. Да, с первого этажа на второй подглядывал. Кстати, помните, у нас ты где, на улицу вышел уже? Да, у входа. Кто следит за нашим выживанием? Помните, у нас там тачка была, еще многие писали. Ее можно копьем толкать и еще там как-то. В общем, ее теперь нету, все, ее угнали, мы не успели ее забрать. Да ёб. Да. Не, ну она могла со временем сама исчезнуть и в новом месте. Слушай, появиться. Чё ты дверь открыть не можешь? Я выйти не могу. Жизнь какая-то. Закрывать. Погнали! Пошли Йетти искать, мы его так и не нашли. Блин. Да, давайте эту серию посвятим охоте на Йетти. Помните такой здоровый волосатый мужик? Ну как Сусанин, но только раза в два побольше. Только с прибором, да, асфальта. Да, там у него прибор свисает. Конечно, у Сусанина есть, но он мелковат. По сравнению с Йетти. Ну, у Йетти этот вообще как третья нога, он, в принципе. Она перебирает ей, хватит, ноги. У меня 19. Может... Чё у тебя? 19 сантиметров. Ага. Это усугубляет ситуацию. Йетти не любит те, у кого приборы по размеру под его подходящими. Ага, да. Ладно, если серьезно, то у меня 19 стрел. У меня 30. У меня еще топор есть блатной. Вот он. Какой бот? Топор. Ага, я думал золотой появился уже. Нет. Думаю, откуда? Откуда нахер? Слышь, что писали? Ёжик говорит, ты охерел, Сусанин говорит, рельсы добывает, ты заходишь на халяву. Я тоже читаю комменты. Не, ну некоторыми комментами просто усаться можно. Если честно говорить. Не, некоторые есть адекваты, конечно, пишут. Но некоторые просто ужас. Когда говорят тебе стрелу, тебе чё, что? Деградация общества, ты мне свою стрелу показываешь, и копье. Кэмлин. Общество не может жить без цветовой дифференциации штанов, я уже говорил. Все может быть. Ну давай, искать этого бородатого. Где он там? Возле шара вроде? Стой, блин. Погоди. Стопы. Добудем. Красненький металл. Семь штук пришло. По левой стороне, смотри, РТХ. Да. Ну, нам вот за нее надо шандрапать. У тебя же компас есть. Правильно? Ну так он же не показывает на Йетти. Плохо, товарищи. Что не показывает. Погоди. Ну, давай, халявный будет станок. Уи! Опа. Халява. Зачем им? Слушай, смотри, а можно было бы так, да, раз там компас открываешь, там, например, какие-нибудь точки показаны, где находится РТ, где Йети, выбираешь, раз, обозначение ставится. Там, здесь пасутся кабаны, ставишь точку, бежишь туда, показывает компас, здесь пасутся Йети, бежишь туда, точка. У Йети в жопе такой GPS, да? А чё, вот слышь, нормальная тема была бы, вот там что-то... Стой, не агри, он из коробки вышел. Жрачку возьму. Во. Поздно. Там не было жрачки, там были только сухожилия. Ты видел, кстати, правильно люди пишут, стреляй в голову. Ваншот. Стрельнул, да? Ваншот? Ваншот, да. Даже этому, как его, даже плювальщику, как его, кислотой, который хреначит. Да, кстати, в башку сразу сносят. Да, спасибо, ребятишка, кто писал такие хорошие комментарии. Мы, кстати, много узнали, особенно про машину. Так. В РТХу хочешь? А тут чё? Ну, вдруг чё уж мы мимо пробегаем, вдруг чё обломится. Ну, но кроме... Сдохнуть здесь. Кроме того, что обычно может обломиться в РТХах, например, в Расте. Люлей, например. Нет, очень большое различие между Растом и между
этой игрухой. Слышь, ты читал комик, когда какой-то умник писал, что «Чё вы играете? Детская игра! Детская игра!» Слушай, не знаю. Может, она на колесах должна стоять? Блин, нифига я дрифтер. Не договорил. Ты читал такой коммент? Да, ну, так понятно, что рисовки. Не знаю, может быть, он сравнивал рисовку Rust и этой игры, но если чисто игровые моменты включать, то эта игра более, как взрослая, что ли, сказать. Потому что сколько мы бегаем... Вспомни, сколько мы бегаем, нас ни разу чуваки с пушками не сливали. Ни разу. Ну, мне один раз в голову кто-то приговорил. Ну, это что такое? Что? А, это кабан. Ой, все, валим отсюда. А в основном... Тихо, уже поздно. Согрелся на тебя. В основном мы здесь бегаем, чуваки подбегают, просто-напросто здороваются, и все. Здесь никак в расте, то есть... Каждый норовится пристрелить тебя. Такого здесь нету. Блин, а чё у них тут симпозиум, смотри, еще одна. Валим нахер отсюда, мы сейчас здесь все стрелы истратим, я чем тебе ети буду валить? Ну все нормально, всех давай, приговорили. Давай, дитя, иди вперед. Вдруг бы какие-нибудь мне? Колеса нашли бы там, заменяли 17-е катки на что-нибудь. Кто орёт? Никого не слышу. Слышишь? Нет. Я слышу. Кто-то вздыхает. Кого-то кабаны имеют. В Артехе. Куда, в чат орёт или как? Вон Йети. Пофиг, кто орёт. Где? Вон по дороге, прямо. Вижу. Так, давай план какой придумаем. Как там его валить? Да какой сейчас его, блин, это, как его, накерним, да и все, блин, в голову стреляем. Кстати, нам нужна шкура для создания пушки, да ведь? Че нам надо? Шкура нам нужно для создания хотя бы, пушки. Хотя бы... И пушки, и шмоток теплых. Давай, на счет три, погоди, в голову. Стой, я уже нацелился. Раз, давай. Два, три. Попал. А он стоит на месте. А он лагает нормально. Четыре стрелы, он исчез. Он лагающий был, исчезли, нам шмоток не дал. Вот. А вон валяется кто-то, или что это, смотри, под деревом. Иду, бегу. Это он валяется, смотри, да он ладно, лагает. Е-е-е-е-е, да, гляньте. Нихера себе у него рожа, ты посмотри. Встань возле него. Я, конечно, скриншот хотел сделать. Заставка была бы офигенская. Я, кстати, три кожи Йети отжал. Ништяк, слушай. Кабан на меня согрелся, кабан. Ну, так вали его. Слушай, четыре стрелы выпустили в него. И он сдох. Животный жир. Нормально нам повезло. Ну, при условии, что... Ну, в принципе, четырех стрел мы его и так завалим, даже если он нас попрет. Чё ж тогда чуваки валили, помнишь, с оружия его? Стреляли что-то. Другое дело, не, ну оружие дамаг, как бы, в принципе, 25 или 35, я смотрел. То есть у лука примерно такой же дамаг, просто у оружия скорострельность выше, плюс мы его валили все-таки в голову. А попробуй, когда он на тебя бежит, ему в голову еще и попасть 4 раза. Ну да, это как бы да, ты прав. А для создания ружья нам нужна одна шкура Йети, потом металл сколько-то, блин, я не помню сколько. Ты помнишь, что надо? И Ну там надо, блин, еще другие металлы, которые пока мы еще не дошли до того места, где их добывают. Вон справа дом, мы его смотрели. Не зря мы. Да. Может быть, надо было там побегать по округе, еще бы Йети нашли. Жалко, конечно, Йети, да. Да пойдем дальше по прямой, хоть посмотрим, что там творится впереди. Пошли, а то мы что-то ни разу и не бегали. Наш дом. Может, не заредили. А, вон вижу сфера. Вижу. Тогда вот здесь вот Йети был, с правой стороны. Че у тебя, кстати, по жрачке там? Нормально, 14 минут. Ну, не очень, конечно, нормально. А у тебя есть мясо? Мы мясо вообще добыли? Есть. Один кусок только. Блин, этого мало, надо к ночи будет. Уже холодать начинает, но к ночи сейчас кого-нибудь накернить на мясо. А у тебя костер есть с собой, или у тебя эта хрень есть? У меня мангал. У меня мангал. Я все смотрю, может еще Йети будет. Не, ну слушай, три шкуры выпало нормально, там можно и шмотки вроде сделать, но для них нужен нам тоже металл там какой-то. Ну сейчас мы на ночь, когда остановимся, а стол воткнем. А вон мангал воткнем, может, там уже стоит. С левой стороны. Где? А он там, вон. Вон. Да ладно. Между а так скал, это на... Да. А, не, это не мангал, уже... наверное, это стол. Не стол, это мангал. Да ладно. Или это стол.
Ремуть тоже пригодится. А нахрен нам два-то? Пусть останется. Так, вон еще одна РТХ. Что-то животных нету, ты заметил? Блин, что-то животных нет. Не, ну это бывает такое, что они лагают и просто не отображаются. А бежишь, вдруг они хоп, перед тобой появляются. Как и ресурс. Вот они две скалы, смотри, большие, высокие, как столбы, мать их. Ну, я бы сказал, как два прибора. Так, здесь мы вот Тертехи с тобой тоже... Или, короче, смотри, может быть это человек, упавший... Вот, животные вокруг появились, смотри. О, вижу. Может это человек, упавший вверх ногами, то есть это его жопа, как бы, ноги кверху, а башка там просто за скалой. А-а-а, ну все может быть. Короче, нападаю на кабана. Завалил с двух ударов топора. Нихера, слышь, я рифму сказал. Нападай на кабана, зарубил его с двух ударов топора. О как. Рифмоплёт хуй. Блин, что-то с мясом пока. У тебя мясо еще одно появилось или нет? Три. Я мерзну 6 минут. Это что валяется такое? Не понял я. Не знаю. Ну, помнишь... А, это нет, хрень такая, мы, помнишь, я ее стучал. А, это хрень, да-да-да. Какая-то банка. Дерево пойду, зарублю кабан вон еще. Что они сегодня не двигаются, очень странно. Топором, топором его. О, кабаникус, получи паскуды. Есть копье же, точно, топором-то. Не знаю, я топором. Я как будто потрошитель. Вонючий кабан, смотри. Давай. Вот этот посильней. Да, хотя тоже слился. Лузер. Жалко, топор нельзя кидать. Пополам чувака бы разрубил. Раз такой кинул пополам. Одно говнецо осталось. В этой РТХе есть вот такой ангар, хренов он. Так что валяется? Кремень, камень. Воу. Сколько у тебя до обморожения? 4 минуты у меня. Нам надо бы уже, наверное, ставить. У меня 2. Давай я хочу попробовать еще этот ткнуть, как его. Ну давай. Слушай, может пофиксили, но он ни копьем не движется, ребят. Не знаю. Может быть только машину можно копьем? Не, может... тихо! Надо меня бить. Нажмите, чтобы использовать взаимодействие, чтобы использовать... Чтобы вести! Да, без колес-то? О, гопник идет. Вижу. Слушай, у меня 10 минут до обморожения почему-то. У меня 46 секунд, чтобы так что вести, пора бы. Ну я сел сюда. Хер его знает. Известняк. Пошли, ставим. Мангал. Пошли, пошли. О, да, еще тут зарубим. Ой, там еще вон. Да вон там и слева, и справа, везде. Смотри, да. 15 минут до обморожения. Зачем зайца зарубил? Он стейк дал. Слушай, а с него что, выпало, что ли? Обычно не выпадало. Да. Не-не-не, я там потом, когда их бил, из них уже выпадало. Че, где просто нам неудачные... Давай куда-нибудь. Да, вот здесь, под скалой. Нам неудачные зайцы попадались просто. Нежирные. А, знаешь почему нежирные? Потому что они возле берега бегают, возле респауна. Ну там их, да, там их бичи сливают постоянно. Зажигай. А я сюда. Сейчас. Мясо пульну. Топливо. Отделю. Да вот, я кинул уголь. Вот так вот. Все, мясо жарим. И темнеть сразу началось, смотри, как. Да. По заказу. Опа, как быстро здесь наступает. Копье кинул. На. Нет, взять назад, оно блатное слишком. Ну что, нам нужно переждать, в общем, ночь и отправиться дальше. Может, ты можешь потанцевать, да? Тут звезда какая-то нарисована на Иртыхе, на этом ангаре. Кто нарисована? Звезда, что ли? Чуть такое вообще. Ну это значит, что всем... Коллапс, сам-то понял. Написано. Написано, коллапс. Значит, что всем пи. Ничего здесь нету, беспонтовый ангар. Пусто. Ты чё, кабан? Вообще нихера. Пустота! Да и только. Замочил кабана. А здесь что у нас? Пусто, наверху. Не вижу. Тоже вроде пусто.
Вообще отреспаунились они или нет? Не пойму. Хорош кабанов гонять. Кто они? Кто они? Ну вот эти поебения. Как они называются? Хрена здесь такие дома вон стоят на горах. Кабан дохлый. Где? А, вижу, нихера да тут вот настроились. Помнишь, мы здесь с тобой бегали? Уж привычка здесь у многих осталась. Строится возле РТшки. А это что за херня валяется? Антенна. Это линия электропередач, как я понимаю. Ну да, разовская привычка строится возле РТшки. Обычно там бичи строятся и потом обсирают друг друга. Ну пойдем дальше по дороге, пока время есть. Может, едете найдем или еще кого. Погнали. Йети. Главное, чтобы он на нас загрелся, чтобы погонять его. А то он стоял на месте, мы его завалили, так неинтересно. Прямо по курсу дом, прям на дороге. Ну, это, наверное, с тачкой, он просто прям выезжает, чтоб прям на дорогу. Ой, заяц. Волк. Заяц. Ой, нихрена там хибара волк такая, смотри. А это что, зармувили, что ли? Смотри, что-то здесь было. Не знаю. Нахрена тут крепо, ты смотри. А там дальше еще больше. Охренеть. На рамов проверяешь? Ага. Навряд ли в таком доме. Я можно будет что-то заремовить. Здоровая крепа. Ты смотри. У меня вопрос, что они в такой крепе ставят? Но только если дрели на добычу ресурсов. Ну не поставят, никуда принципе им ходить не надо, да? Не так дофига контента, короче, чтобы это, чтобы такие огромные пространства чем-то застраивать. Может, они любят большие дома. Гигантомания, что ли? Ну, а чё нет? Тресов дофига. Нам бы тоже, конечно, переселиться не мешало. Но мы хотим хотя бы пушки сделать себе. Кстати, мы движемся вокруг дома. Вот раньше, когда мы были у той РТХ, дом был на расстоянии 1400. А сейчас 1200. Еба. Что-то я лагаю конкретно. Ваш сервак. Крепо, смотри, какая. Работайте. Ты заикаешься еще у меня. А, работайте. Не, пиздец, все, заикаешься. Вот еще крепо. Слушай, здесь два дома. Видимо, двое, трое соседей живут. Вау, 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 стреляют. Меня попали, я бегу. Меня убили. Я понял. Стреляют соседи, злые, блин. Слушай, зря я сказал, что это. Нормально все. Меня сейчас ресов возьмут. Oh, yeah. Я скоро уношу. Уноси, короче, я резал все в тотеме. В доме. Слушай, а я молот потерял, чем ремувить. Да он ладно. Выпал. Он выпал, да? Молот. Блин, выпал. Как так-то? Не знаю, или, а или не, или не был этим, как его. Нет, не позорно. Был. Лук, топор, кирка. Все осталось. А молот выпал. Блатной, так что я не могу сейчас ремунуть. Ничего. Я сейчас кругаря сделаю, блин, чтобы от них уйти. Давай. Ладно, подожду, что Станина пока придет, заремует. Я отсюда смогу выйти. Пока на этом все. Все-таки шкуру Йети мы взяли. Сусанин сейчас прибежит и попробуем, может, замутим оружие наконец-то. Так что пока на этом все. Играли мы Hard World. Не забывайте ставить лайки. Поддерживайте наше приключение и пока.